Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Та ГІЛ горить, БНР горить, все горить, а в Путіна нічого не горить. Він розміщує поближче до кордонів з НАТО ядерну зброю на території Білорусі, що, звісно, не новинка, але тим не менше. От будемо говорити про те, у кого і наскільки і як сильно пригорає. Щотижневий наш стрім, наша зустріч. Я Ірина Узлова, зі мною Михайло Щительман, політтехнолог. Пане Михайло, щиро вітаю, рада бачити, слава Україні. Героям слава, здравствуйте, Ірина. The Wall Street Journal тут підосвіжило трохи, якщо раптом хтось забув, і каже, що Росія розмістила ядерну зброю на території Республіки Білорусь. Ну, як республіки, це так пише Wall Street Journal, свого сателіта Білорусі. Розмістила і тако поближче до кордону, у місті Ліда Гродненської області, буцімто, там військовий аеродромчик. І нагадую там, що це поблизу кордонів НАТО, на думку оглядачів Wall Street Journal, хочуть вони таким чином шантажувати наших західних партнерів, щоб вони нам зменшили допомогу. І це ще не все. Білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що Білорусь будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною. Ніколи не було, і от знову. Пане Михайле, що ви бачаєте в цих спільних рухах двох диктаторів? Ну, это уже слишком давняя, конечно, история с этим ядерным оружием. Действительно, Лида на границе с Литвой находится. И, ну, в этом есть практический смысл. То есть, это не какие-то угрозы. То есть, что, в чем угроза? Типа, вот мы сейчас поставим оружие, мы сейчас поставим ядерное оружие, поэтому вы меньше помогаете Украине. В этом как бы логики нет. Почему вдруг-то? Что случится от этого? Я думаю, что это прямо они в практическом смысле готовятся к ядерной войне. Не в теоретическом, не какими-то угрозами. Это именно практическая подготовка. Потому что что они увидели, россияне, обязаны были увидеть за это время? Что не долетает ничего, посмотрите. Как только место защищено какими-то серьезными натовскими средствами ПВО, то ничего не долетает из российского. Российские крылатые ракеты оказались бесполезны против американского и немецкого ПВО. Российские кинжалы, ну скажем, да, ну которых у них тоже сколько их там, господи, вот как бы не совсем долетают тоже уже, как только есть Патриот. Поэтому они решили придвинуть свое ядерное оружие вплотную к границе НАТО именно с этими целями, чтобы бить там по Польше, по Литве уже как бы хотя бы таким вот оружием, которое может с ближнего расстояния. Потому что в Польше уже система противоракетной обороны стоит, новая, американская. Иди знай, как она работает. Мы не знаем, но может она сработает так, что вообще ничего российское не долетит, а ответный удар в Россию придет. Вот. Поэтому россияне делают это, мне кажется, чисто, вот прямо чисто с настоящими военными целями, готовясь к настоящей абсолютно ядерной войне. Вот. И нет тут никаких каких-то шантажей в наш адрес. Ну, а их сотрудничество России с Белоруссией, да, они теперь действительно, как вы так правильно с сарказмом сказали, что они республика, потому что вот только что прочитал новость замечательную. Значит, вы знаете, есть такой хоккей, вид спорта, да, где россияне очень гордились там, что у них там хоккей и так далее. Есть, соответственно, чемпионат мира по хоккею, из которого, естественно, россиян выгнали. Ну, само собой. Белорусов тоже выгнали. Да-да. И сегодня они объявили, что у них будет свой чемпионат, значит, мира по хоккею. Он будет состоять из 5 матчей в 5 разных городах, но играть будут все время Россия и Беларусь. А ничего, це та конкуренция. И Лукашенко куртец під Одіни, він любить там їздити на стадіони. Да. То есть прямо мне напомнило все эти суперсерии там 70-х годов, НХЛ против там Советского Союза, а здесь Россия против Беларуси. Причем это типа мировой тур. Ну, в смысле, они едут в Казахстан с этой выставочным матчем там. Да, еще куда-то, я не помню даже все республики, которые они посетят, но играть будут все время Россия и Беларусь. С ними никто не хочет играть. Это прям, помните, да, с этим ребенком никто не хочет играть, потому что он долбанутый на всю голову. Вот, и с ним никто не играет. Такие были в детстве, их били часто, потому что, ну, именно я имею в виду, которые хулиганы-то сбивались в стаи, а такие вот отдельные существа, которые слишком тупые, с ними действительно никто не играл, и заканчивали они все время в школе для умственно недоразвитых. А це як є в Америці супербол, да, з футболу, а тут буде якийсь суперлука з хокею. Ну, так вони будуть один з одним грати. Поки ми, пане Михайле, згадали про Польщу, сьогодні, поки Російська Федерація воювала з торговими центрами в Кривому Розі, і житловими будинками, і маршрутками в Новомосковську, то Польща за цим всім пильно стежила і вже навчена гірким досвідом і дещо відсутністю реакції, пильно повітряні сили
Польщі пильнували ракети в небі російські і, очевидно, напевно, можливо, готові були реагувати. Ви як думаєте? Це уже не просто так, що вони тепер стежать, коли російські вбивчі ракети летять на наші голови, і за яких умов вони зможуть, ну і винищувачі, да, ми пам'ятаємо, 2 січня підіймали вони теж свої у небо. Це вже якісь кроки на відповідне реагування? Да, я думаю так, что они решили больше не терпеть всю эту историю, потому что все-таки действительно это было слишком наглядно стало. То есть, когда один раз случайно одна ракета где-то куда-то упала, это можно было списать на случай. Но когда их уже было несколько в Румынии, вот теперь 2 в Польше, то, видимо, все решили, что хватит, и следующая ракета будет сбита. Ну, потому что действительно это показывает слабость. Слабость Польши и слабость НАТО. Ничего себе. Значит, российская ракета залетает сколько? 40 километров в глубину территории НАТО. Спокойненько там летает, разворачивается, улетает. Как будто так и надо. То есть, она могла ведь в любом месте ударить по любым людям, правильно? Совершенно безнаказанно получается. А НАТО вообще на это не собирается реагировать, ничего не собирается делать. То есть не собирается ни сбивать, ни наносить ответный удар. Просто такого плана нет, получается. А зачем тогда, например, вот я помню, что страны Балтии оплачивают патрулирование неба своего? Потому что у стран Балтии нет своих F-16 и нет своих самолетов военных вообще, ну, современных. Поэтому по очереди... Раз в полгода меняясь, разные ВВС разных стран туда прилетают. Там Турция, Бельгия, там, не помню еще кто, ну, Европа. Вот. И за это страны Балтии платят за патрулирование неба регулярное. И типа что, если ракеты полетят, то эти истребители будут патрулировали, а увидели русскую ракету и сразу улетели, что ли, от страха? Зачем тогда с 2004 года так-то, да, 20 лет страны Балтии это платят? Вот. Хотілося б, мабуть, бачити збиті російські ракети в цій ситуації. Ну, я думаю, що може вже і побачимо, якщо такі кроки поступу йдуть. А Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, дав непогане інтерв'ю таке виданню «Ель Паїс». В ньому він багато про що сказав, що нас ніхто за стіл переговорів не садить, але це ж теж уже не новина. І говорить він про те, що якщо зараз допомога Україні буде припинена, то Росія може досягти успіху на полі бою, може прорвати оборону, і тоді політики, які вирішили відмовитися від цієї підтримки, вирішать її надати, але вже у надзвичайних обставинах. Ну, власне, про що ми говоримо? Чи дійде зараз до тих, хто має нам надати підтримку? Ну, Сполучені Штати, насамперед, я маю на увазі, бо там то ніби є якась уже альтернативна угода, то Джонсону якийсь план треба показати, і не той, що курить Маска, інший на папірці, напевно, що. От чи є у наших партнерів оце раціональне розуміння, що діяти треба зараз, бо інакше ж треба буде вже в тих надзвичайних обставинах, які поширяться за межі нашої країни? Ну, я думаю, что есть, потому что мы это уже имели ситуацию лета 2022 года, когда сначала мы остановили россиян на всех фронтах, разогнали их там из-под Киева, выгнали. Выгнали тогда уже из-под Харькова. Тогда еще не все освободили Харьковскую область, но тогда непосредственную угрозу от Харькова отвели, от Николаева. А потом у них началось вот это летнее наступление 2022 года, когда они брали Попасную, Рубежное. Вот, и это, в общем, было так серьезно, а тогда нам именно не хватало вот просто элементарной артиллерии, Мы тогда разговоры шли не про Атакамсы, не про F-16, а про артиллерию. И тогда нам не давали достаточно долго, и вот они прорвали там оборону, и, ну, я не знаю, называется ли это прорвали оборону, но факт, что взяли Попасную, взяли Рубежную, взяли почти всю Луганскую область, и только после этого к нам приехали действительно, и мир как-то всколыхнулся и прислал нам гаубицы, вот эти знаменитые 155 миллиметров, и дальше уже пошло-поехало. Ну вот, поэтому я надеюсь, что это не повторится. Все-таки сейчас... Вся эта война идет более-менее уже по плану. То есть, если тогда эта война была войной импровизации, я имею в виду 2022 год, то уже с 2023 это все плановые поставки, они плановые, они в определенных объемах. Сразу видно все. Тогда же было, ну почему Рамштайн собирался чуть ли не каждую неделю сначала, потом стал реже собираться. Все надо было согласовать, как, куда поставляем, где возим, откуда, где берем, где загружаем, куда прилетаем. Да? Сейчас все это некий механизм работающий. И вот сейчас любой, кто занимается этим, видит, что в этом механизме чего-то не хватает. Не хватает финансирования на вот эти поставки. Но очевидно, что там будет провал. Это же война, если она по плану, если она в той ситуации, которую описал Залужный, когда есть некий баланс сил, то мы же сами, тем, что, ну, мы, американцы, в смысле, не дав деньги, нарушили этот баланс сил в пользу России.
То есть это уже не что-то, что мы не знали, не догадывались, не могли предвидеть. Нет, мы осознанно даем России победить на каком-то участке фронта. Пане Михайле, видання Die Welt пише, що в Росії дечого бракує мізків. Це жартую я, вони пишуть інакше. Вони пишуть про те, що бракує в них скоординованості дій, очевидно, компетентності працівників і міцності протиповітряної оборони на тимчасово окупованому Криму, до якого нам залишилося 60 кілометрів, кажеться в тій статті. А ще там говорять про те, що якби нам не бракувало винищувачів, які Нідерланди вже скоро передадуть, то ми б вже якраз на Крим і пішли. І от кажуть, прийдуть винищувачі, підемо на Крим, а Путін там ніяка не незламна фортеця. Як політехнолог, ви вбачаєте посил таких публікацій, для чого і для кого вони робляться зараз? Ой, ну, вообще-то газети пишуть для читателей, ви не повірите. Оце відкриття, це не ядерка в Білорусі. Вот, это открытие вот уровня, как вот Залужный же вышел и сказал, у нас есть противник, поэтому мы не можем говорить ничего. Противник, как-то он поступит, в зависимости от этого будем действовать. Так и газеты в Германии выходят для читателей, то, что им интересно про это читать. Вот, и они стараются говорить правду, стараются. Ну, там, может, не всегда получается, но в целом, безусловно, тренд у них такой. Это же не российские газеты, где в каждой статье можно сказать, а, это для того, чтобы Патрушев отобрал завод у Усманова, там, и так далее, да? Написали. Вот, здесь не так, здесь никто ни для кого. Здесь журналиста задача написать статью, которая будет интересна людям, которая при этом будет правдой. Вот. Ну и в зависимости там, от цели издания бывает в том смысле, что более желтый, менее желтый будет определенного там, уровня серьезности. Вот и все. Угу. Поэтому там сформулированы факты, которые немецкий читатель мог и не знать. Он слышит слово «Крым», он слышит слово «оружие», слышит слово, кстати, F-16. Да-да. Ему это становится интересным. А что это там они будут делать с этими F-16? И вот такой дальше рассказ. Насколько этот рассказ соответствует действительности, я не знаю. В каком смысле? Первое. Значит, датчане сказали, что поставят нам F-16 только во втором квартале, при том, что были готовы передать их до конца 2023 года. Но почему только во втором квартале? Они объяснили тоже. Потому что не готова у нас инфраструктура для приема этих F-16. Ну, это тоже можно объяснить. Это не потому, что у нас так все плохо работали, или, не дай бог, или что-то, потому что россияне... Потому что у нас есть противник. Вот, снова заложено, да? Потому что у нас есть противник, и он пытается уничтожать, безусловно, те базы там или что-то, где мы собираемся размещать F-16. Это уже всем известно, где мы собираемся размещать F-16, я имею в виду всем военным. Это нельзя скрыть такую подготовку. Угу. Вот. И россияне, собственно, ракетами пытаются туда бить, чтобы не позволить там разместить F-16, потому что им это все будет неприятно. Пункт второй. Вот это количество F-16, которые нам пришлют, является равно чем-то, при помощи чего мы можем прям взять Крым, тут я не знаю. Ну вот журналист у кого-то спросил, чье-то мнение, какого-то военного эксперта, и ему рассказали, что вот так. Ну, пусть будет так. Хорошо, если так. Я просто переживаю, пане Михайле, чи воно не нашкодить у цьому нашому вже запланованому алгоритму дій, такі публікації, такі анонси. Нет, они не могут навредить. Объясню почему. Ни один журналист этого издания, я уверен, не имеет доступа к настоящим планам войны. То есть это же была ситуация вот однажды у нас в марте-апреле, в апреле, по-моему, прошлого года, когда реальный военный американский реально сдал, так сказать, планы какие-то военные. Да? Это был какой-то рядовой достаточно солдат, просто имеющий доступ к файлам, потому что он работал, грубо говоря, компьютерным инженером. Uh-huh. Вот это была настоящая, это был настоящий риск, который действительно, кстати, может быть, нам и навредил нашему контрнаступлению. Мы про это сейчас не знаем, но это могло, собственно, и сорвать его даже. А вот, а журналисты разговаривают, я не читал конкретно эту статью, все не успею, да и не с немецкими у меня не очень пока. Вот. Надо же всегда смотреть, кто источник, да, вот конкретно, то есть какой человек, он кто этот человек. Вот приведу вам яркий пример из последней недели, когда, помните, была история про то, что Newsweek опубликовал, что якобы американцы решили Наутиль, значит, угу, разобрать ракеты старые Атакам, вместо того, чтобы передать их нам. Да, а вы это что? Писал Newsweek. Угу. Но на кого ссылался Newsweek, если зайти в сам Newsweek? Он ссылался на бывшего советника Залужного. Yes. Заметьте, бывшего советника, uh-huh, да? Uh-huh. То есть этот советник уже каким-то образом ухитрился стать бывшим. Хорошие советники бывшими не становятся во время войны. Значит, что-то с ним было не так, как с советником, а теперь он сказал такую информацию. И тут же вышел Пентагон, сказал, что это просто неправда. Вот просто это вообще неправда.
Но да. Пентагон через два дня сказал, но два дня новость прожила, что якобы они разбирают какие-то атакамсы. Вот. В этом случае, я думаю, тоже они берут у каких-то, то есть, соответственно, они берут у каких-то экспертов военных. Вот типа, а мне кажется, что вот отсюда хорошо бы долбануть по Севастополю, говорит военный эксперт. Ну, естественно, я думаю, что они стараются брать хороших военных экспертов, поэтому в этой новости... Мы читаем эту новость как мнение какого-то военного эксперта, скорее всего. Вряд ли там как источник информации указан Залужный или генштаб немецкий. Ні, там якраз йдеться про експерта німецького, ви праві, пане Михайле. В Росії втретє за два місяці підірвали залізницю. Це мем Тагіл, він просто перестає бути мемом в Нижньому Тагілі. Кажуть, був якийсь хлопок, аплодисменти якісь там лунали. Ну, постраждалих, звісно, немає, відзвітували в антитерористичній комісії Свердловської області. І комплекс заходів для забезпечення безпеки в них проводиться. Ну, щось, видно, якось сходить з рейок, так і комплекс безпеки в них теж сходить з якихось нормативів. Знаємо, що неспокійно на Білгородщині, там настоящий Гладков, якого настоящі проблеми. Вже про евакуацію дітей говорить. Пашибєкіно знову якісь вибухи, теж божа кара прилітає. А це ми вже можемо казати, що життя певних регіонів Російської Федерації і через внутрішні диверсії, і через філігранну роботу по воєнних об'єктах наших спецслужб і сили оборони, воно вже розділилося на до і після. Да, это, кстати, я вот могу сейчас порадовать некоторыми новостями, но сначала я хотел карту, которую только что показали, да. Там вот этого Тагила, там написано, видите, внизу, взрыв произошел в районе станции Сан-Доната. Я даже сегодня смеялась. Это что? Это уже испанцы захватили Тагил нижний, а верхний пока португальский остается. И донатят на сбройные силы Украины, очевидно. Да. Почему Сан-Доната, да. Это то ли от слова донаты, да, действительно, ВСУ надо донатить, там все донатят на ВСУ, поэтому называется Сан-Доната. То ли почему, как там, как в Нижнем Тагиле может оказаться Сан-Доната, это, конечно, большая загадка. Вот. По поводу того, отразилось ли это на жизни регионов. Вот пер отдельный регион я сказать не могу, но у меня есть хорошие новости. На прошлой неделе издание, это была «Новая газета Европа», по-моему, если не ошибаюсь, ну, это российское оппозиционное издание, выходящее в Европе. Они провели такое что-то типа расследования по поводу того, что больше всего тревожит россиян. Причем это расследование проводили они в течение года поквартально. То есть вот в первом квартале что больше тревожило россиян, во втором, в третьем. По четвертому там еще нет данных. Бралось это в том числе на основании запросов в Яндексе, запросов в Гугле и еще какие-то там разные у них показатели, я все не вспомню. Я удивлен был приятно, что во все эти три квартала, первые там, ну, в первой тройке были, как правило, два или три этих тревоги, это дело рук наших вооруженных сил. Потому что россиян тревожили диверсии внутри России, да. Вот как то, что сейчас. И это в двух из трех кварталов это на первом месте стоит. А в третьем квартале, чтобы вы понимали, беспилотники на первом месте. Да ладно, пометили, чи что? Да. Нет, я не знал. Вот я бы, если бы меня спросили составить такой рейтинг, я бы не знал. Я понятия не имею, да, что их там тревожит. И там именно сравнивались все вещи, которые вообще кого-то могут тревожить. Потому что там в этом списке, ну, например, там есть цены. Да, цены на еду, там еще что-то. И рост цен. И это все время там ходит, скажем, в тройку. Или там рост курса доллара, кстати, нет. Он, видимо, мало кого интересует. Бо его там нема. Да. Долларов-то ни у кого нет. Рост цен там есть, понимаете? То есть он тоже там третье, четвертое, пятое место. То есть это для них, значит, вот на первом месте то, что делают наши ВСУ в России. Именно в России. То есть не то, что происходит в Украине. Потом, значит, вот эти истории. А потом там еще куча всего. Там самокаты. Ну, электросамокаты их тревожат больше всего, понимаете? Еще кого-то что-то. Ну, вот спроси меня, если бы я же не знаю ситуацию. Иногда кажется, как? Ну, мы тут что-то по ним стреляем, а они и не замечают. Да-да-да. Бывает же такое, да, от отчаяния. Угу. Я думал, что у них на первом месте самокаты, на втором рост цен, да. Но оказалось, что вот, что да, что это делает свое дело. Это хорошо. Угу. Я думаю, что это исследование конкретно проводила «Новая газета Европа», но я думаю, что в администрации президента России тоже проводят такие же исследования, только у них гораздо больше инструментов для этого, настоящих, социологических. Им не нужно лазить в Яндекс для этого. И они видят, я думаю, эту проблему. Я думаю, поэтому Путин так
сказать, в Новый год что-то не стал радостно кричать о будущей победе, а стал говорить про что-то совершенно другое, потому что они поняли, что, видимо, в народе может зреть недовольство сложившейся ситуацией, раз у них диверсии. Поэтому теперь я и так, конечно же, радовался любой диверсии, которую мы произвели на территории Российской Федерации, потому что диверсия – это часть войны, надо понимать. А то, знаете, некоторые вот там, даже вот этой либеральной тусовки россиян называют это терактами. Какие теракты? Это диверсии, это диверсионные войска, диверсионные части такие и так далее. Вот. Но теперь это будет гораздо больше, более радостным для меня событием, потому что я вижу в этом, кроме военного смысла, еще и смысл, что это раскачивает, как говорится, российскую лодку изнутри. Їм треба прогуглити значення слова теракти, бо це якраз те, що вони вчиняють на наші голови. 2 роки повномасштабної війни, 10 років свого вторгнення, бомблячі торгові центри, дитячі садочки, лікарні, житлові будинки, маршрутки з людьми. Ну, ось це теракти, а це ні, це не теракти. Але, добре, пане Михайле, а припустимо, ну я теж впевнена, що вони проводять ось такі заміри, дослідження, в них там... Інколи вони офіційно це показують, той всеросійський центр ісследування общественного мнения там существує. А мнения нет, а центр существує. Ну, ось така країна контрастів, просто Російська Федерація, країна-агресор. Вони провели, заміряли, і що? Що вони можуть зробити? Ну, евакуйовують вони дітей, оце 1300 з Білгорода. Ну, ПВО у них знаємо, як працює, саме бомбить Білгород, тож ніхто не винен, що Путін бомбить Білгород. Які їхні подальші кроки в цьому напрямку можуть бути, ще й враховуючи те, що фончик перед путінськими перевиборами, напевно, зіпсувати не хочуть? А вот от этого самого настроя, почему нам важен этот, ну, скажем так, антивоенный настрой россиян, то есть их страх перед войной, потому что одно дело, если в России, вот в россияне говорят, само российское руководство, что у них мобилизационный потенциал там 20 миллионов, 120 миллионов и так далее. Но что-то у них как-то не получается. Что-то они вынуждены отлавливать то каких-то жителей Центральной Азии на рынках, то женщин из тюрем посылать, да, женские батальоны из тюрем и так далее, и так далее. Вот. Те самые самки орка уже, значит, идут на фронт. И вот в этом разница. Если бы мы не влияли на это настроение, если бы на эти удары не влияли бы на настроение россиян, а как-то наоборот бы что-то вызывали, патриотические чувства, так сказать, так Путин бы сейчас лихо провел бы там 10 волн мобилизации. Но, видимо, у него нет такой возможности, чтобы не разрушить свою собственную вертикаль. Он, видимо, не может это сделать. Видимо, предположу. Ну, не он, там все руководство, я имею в виду России, они понимают, что такой мобилизацией они могут разрушить свою систему власти. Я предположу вот такое. А это нам хорошо. Почему? Потому что, конечно же, нам совершенно не нужно здесь еще 2 миллиона россиян на фронте. Нам удобнее, чтобы они вот так вот набирали алкашей и зэков. Их проще убивать, в конце концов. Вот. Поэтому нам это важно. А відтак чомусь тепер я подумала, що коли робили прогнози, і наша розвідка, зокрема, і низка експертів, що після своїх перевиборів наприкінці березня Путін остаточно розв'яже собі руки і буде посилено і відверто публічно активізовувати мобілізацію, то можливо і ні, тому що ну можуть же ж знести, хоч і не там завтра, а після виборів, це все одно буде йому грати не на руку мобілізаційні процеси на фоні масштабування війни на території країни-агресора. Конечно, я бы вообще не сильно приписывал вот эту предвыборную подготовку, связывал бы ее как-то с войной. Да, чуть-чуть, наверное, может быть, но это прям чуть-чуть. Потому что все и так, они не собираются подсчитывать голоса. Не надо думать, что кто-то собирается вообще подсчитывать голоса. Это не те времена, когда в России подсчитывали голоса, а потом прибавляли Путину, убавляли всем остальным. Нет, не так. Там никто ничего считать не будет. Там просто заранее уже сейчас сообщили, сколько нужно где иметь этих самых голосов и так далее, и так далее. Никто эти бюллетени можно сразу выкинуть в помойку. Вот. Вот так, я думаю, произойдет эта история. Поэтому, ну, какое-то минимальное влияние выборы оказывают, конечно, но я бы не придавал им большого значения. Поэтому мне кажется, что то, что он делает сейчас, то он будет делать и потом. То есть мы не заметим изменений. Это не будет новое поведение Путина или там с новым энтузиазмом он не возьмется за дело, типа у меня ж новый мандат доверия. Это не так. Новый мандат доверия, он в демократических странах, а в этих самых, в тоталитарном таких вот диктатурах, как Россия сейчас себя представляет, кто им там считает, сколько у него там сроков каких, уже все с трудом помнят, какой у него срок. Или какой срок у Лукашенко сейчас?
Вот какой? Я пам'ятаю лише, що 27 років, ну то який уже там? 106. А вот вы не сможете угадать, потому что там был одной длинный срок, потом другой, поэтому, ну вот какой-то, да, какой-то срок у Лукашенко. И когда он там переизбирался, да, однажды у него действительно случилось в 2022 году, в 2020 году у Лукашенко вот большая революционная ситуация сложилась, да. Поэтому они пытаются избежать, но она скорее сложится из-за войны, а не из-за выборов. То есть, условно говоря, вот знаете, то, что сейчас произошло за последние выходные, за, я бы сказал, это даже как у них там в России праздники, да, были, Рождество, и одновременно проходило два мероприятия на очень близком расстоянии одно к другому. Ну, физически я не знаю, но ментально точно на близком. Я просто физически не знаю, где проходило одно из них. Одно из них проходило на Красной площади. Там есть могила неизвестного солдата, ну, у Кремлевской стены. И туда пришли жены мобилизованных. Да-да, спытать Шойгу, где мальчики? Да, они пришли в белых платках, и они пришли и сказали, что мы вот уверены, что если мы ничего не сделаем, не сможем сделать, то сначала вот всех убьют, вот всех мобилизованных уничтожат, просто всех на фронте убьют, и никто из них не вернется, и отправят следующих. Это сказали вот эти в белых платочках. Но надо сказать, что это то движение, которое уже, например, призывало Путина самого брать ружье и идти воевать. Да, было такое. Да-да. От имени, не от имени как бы движения, а от имени... Какой, ну, какая-то конкретная женщина из этого движения. Она у них называется «Путь домой», по-моему. Да. А я подумал, что логично было бы назвать «Путин домой». То есть вот они говорят «Путь домой», что типа отпустите мобилизованных. Но еще не понимают, что пока они не отправят домой самого Путина, никто им, естественно, мобилизованных не вернет. Но в это же время, что символично, сам Путин встречался со вдовами мобилизованных. Да, я как раз хотела, мы просто читаем думки один одного. В Ново-Огарьово. Він там обклався, значит, це були представники провладних громад. Звісно ж, вони прийшли і сказали, ми як в касці, побували в церкві, в конюшні, ковід-тести в них брали. Кажуть, спасіба, Путін, що вбив наших чоловіків, а то б ми ніколи тебе не побачили. Вот, видите, а теперь смотрите, сравните два мира, да, всего-навсего. Разница же очень маленькая. Угу. На Красной площади и без Путіна у этого протестуют жены живых, а с Путіном встречаются жены мертвых. То есть, чтобы заслужить, значит, встречу с Путиным, надо, чтобы твой муж умер. Пока он жив, ты эту встречу не заслужишь. Да. Но это часть, конечно, культа мертвых, который уже в России разошелся вовсю. Но вот как бы вот этот порог между... Значит, пока ты жив, ты не можешь видеть Путина. Умер, ты встретишься с Путиным. Знаете, раньше говорили встречаться с Богом, да, ну, в смысле, когда умер. А теперь встречаться с Путиным, потому что Путин-то внутри уже мертвый. Но вот это все было очень символично, мне кажется, вот такое разделение на два мира. Что он принял именно жен мертвых, а не жен живых на это самое Рождество. А почему? Женам мертвых он может что-то сказать. Они уже умерли. Ну, типа, все. Да, все, ребята, они уже умерли. Вот вам деньги. Вот вам новые платочки, правильно, можете идти плакать. А женам живых он ничего сказать не может, потому что у жен живых могут быть вопросы, а что дальше? А ему сказать нечего женам живых, только женам мертвых. Чомусь мені згадалася фраза з книги про успішні операції Мосаду, що інколи мертві говорять до нас із могил. І чомусь я подумала про те, що все-таки Путіну потенційні майбутні смертники можуть заговорити до нього в більш широких масштабах. Бо я впевнена, що навіть ось такі картинки оцих конюшен і церков і обіймашок Путіна з жонами, з дружинами вже мертвих, вони навряд чи подобаються ось тим дружинам живих. Ох, это я даже, кстати, не думал. Да, то, что на конюшню берут только жену мертвого Путина, и непонятно, что он там с ней делает на этой конюшне. Господи, какой ужас, о чем я говорю вообще, куда меня занесло. Ну, там такая реальность там. Вы знаете, жены живых вот эти, я вижу, я сначала к ним очень негативно относился, сейчас просто негативно. Ну, негативно просто потому, что вообще-то их мужья убийцы, да, и они пока этого не поняли. Но они прогрессируют явно. Вот то, что вы задали вопрос, то он хороший. Они прогрессируют, потому что начинали они с просто «замените, пожалуйста, наших там на других». И все. С этого начиналось все их движение. Было. Просто с того, что сообщите, когда вы их... Сначала сообщите, когда вы их отпустите. Потом через пару месяцев это звучало, как замените их на других. Почему только наши воюют.
Потом это стало звучать: Путина, иди-ка ты сам, воюй. И еще какие-то несколько замечаний они уже делали жестких. Вчера вот я смотрел их выступление перед этим вечным огнем. Оно уже тянуло на экстремизм, на, ну, там, по их законам, да, на терроризм и клевету на российскую армию. То есть они уже перешли какую-то границу. Они уже не к Путину обращаются фактически. Фактически уже обращаются не к Путину. Это уже как бы движение идет вперед. Посмотрим, смогут ли они подавить этих жен мобилизованных. Это когда-то, в общем, солдатские матери в большой степени остановили войну в Чечне. Причем остановили победой Чечни. В смысле, Первая Чеченская война, как мы помним, закончилась победой Чечни. Россия капитулировала и признала де-факто независимость Чечни. Вот. Так что, может быть, и здесь это все еще произойдет. Действительно, посмотрев по телевизору вот эту сцену, они могут еще дальше продвинуться в своих мыслях. Ну да. Що бачите, з тими зустрічаються, з цими от. Вони вже Путіна і в пеклі посилали горіти, то, в принципі, десь в правильному напрямку починають, принаймні, рухатися. Ще не кажуть, що він війну зупинив і вивів свої окупаційні війська, тоді б все це і закінчилося, і вони би приїхали, ну, вже не олів'є вони не зможуть поїсти, а інші якісь страви, якщо там ще зможуть на чомусь готувати. Ну, будемо за цим спостерігати, дуже цікаво. Дякую, що ви помітили цю різницю, пане Михайле, дуже цікаво, візьму на озброєння подальші ефіри з посиланням на вас. Друзі, до речі, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube Михайла Щетельмана. Я завжди слухаю його стріми, вони фактично щодня і тижневі підсумкові, і вам я теж рекомендую. І там ви можете, окрім мене, оце послухати, самі поставити питання особисто панові Михайлові. Він все читає, обирає, сам модерує, відповість в більш розширеному форматі. Тож, якщо вас зацікавила якась тема, з яких ми обговорюємо, тож або тема дня, яку обговорить пан Михайло, будь ласка, підписуйтесь, ставте питання. Ну і на YouTube 24-го, якщо теж лайкнете і підпишетеся, будемо вам вдячні. Бантик. Ну, ми вже згадували і церкви, і конюшні, і все те, що відбувається на території Російської Федерації. Другий день сміюсь, хотіла вас запитати, бо думаю, що це буде теж весело. Ну, тут такі теж дві різні церковні реальності. Поки митрополит Білгородський і Старооскольський Іоанн каже, треба набратися мужества і нікуди не виїжджати з Білгородщини, треба все терпіти. І несмотря ні на що. Інші попи приймають від мощі Святого Ніколая, куплений в Ватикані, від владельця клуба, де пройшла гола вечерінка, оцього мутабор. А то і каже, я з дитинства проти мракобесія, я завжди за церкву, значить, і вручив оце мощі. Так видається, що вони йому не допоможуть, бо 9 січня Лефортовський суд буде справу проти цього мутабора розглядати. Але, тим не менше, не суть. Боже, про що це все говорить? А це знову встреча з мертвими, як ви догадуєтесь, тому що мертвих беруть. Живых не берут, мертвых берут туда. Ну, что такое мощь? Это куски мертвого тела, правильно? То есть человек подарил вот этому попу, ну, это хозяин этого клуба Мутабор, подарил попу куски мертвого тела, значит, святого Николая, которые... Тут дальше начинается целая детективная история. Ну, предположим, подарил, и это можно откупаться частями мертвых тел. Как видим, вот женщины откупились своими мертвыми мужьями, их пустили в Новую Огарёву. Этот решил откупиться мертвым Николаем Чудотворцем, чтобы самому оставаться в живых. Ну, хорошо. Но где он его взял? Вы слышали? Это же самое, эта детективная история начинается здесь. Он же сообщил не только то, что он там всегда против мракобесия, он сообщил, что он купил эти мощи в Ватикане. Только не смейтесь. Это я серьезно говорю, это цитата. Я верю, я знаю, да, я слухала, да. Он так и кажет, оберег до січня, чтобы на свята подарувать. Да, и хранил, значит, у себя получается дома. Значит, тут есть несколько вопросов. Чисто религиозный вопрос говорит о том, что мощи святого Николая хранятся в Венеции в каком-то там храме и еще в каком-то городе, но тоже прям далеко от Рима, то есть вообще не в Ватикане. А про то, что в Ватикане что-то хранилось, никто никогда не слышал. Это раз. Второе, значит, где человек купил эти мощи конкретно? Ну, вот я бывал в Ватикане несколько раз, да? Там есть сувенирная лавка, там колокольчики продают, карандаши, все такое, вот, с портретами Папы Римского. Но я не видел там мощи, чтобы продавались. То есть он из-под полы, получается, купил. Там туда к кардиналам просто так не пускают. А там, куда пускают, там не торгуют мощами. Ужас. Возможно, там стоял какой-то левый чувак, говорил, потому что там вот у входа стоял однажды человек, который сумочками предлагал по 50 евро. То есть там должен как бы стоять человек, который говорит, у меня тут мощи святого Николая. Открыть пальтишко, так посмотри, мол, правильно? Ну как еще? Где там еще? С сертификатом от кого мощи святого Николая? Видели там сертификат? А дальше еще больше.
Он покупает где-то куски мертвого тела. Предположим, что это куски какого-то мертвого тела. Может, у швейцарского гвардейца из-под полы купил там в Ватикане. А дальше как он их везет в Москву? Через все границы? Контрабас. Контрабас чего? Мощей. Некоего убитого человека. Правильно же? Ну да, все так, выглядит сам и так, да. То есть уголовное дело. И хранит дома труп, вообще-то не оформленный и не запротоколированный. В России авиакомпаниями запрещено перевозить мертвые тела даже в виде праха. Запрещено. Это можно перевозить только в виде карго, грузами. Вот, то есть он уже нарушил эти законы. У него захоронение мертвых тел, статья сразу вырисовывается, правильно? Поэтому он сам себе нарисовал еще десяточку к тому штрафу за неправильную вечеринку, который у него был. Так что с мощами святых Николаев надо в следующий раз, кто будет где-нибудь покупать, кто будет в Ватикане, вы поосторожнее с ними поступайте. Изучите сначала всю процедуру. Пане Михайле, та ви їм не радьте, хай вони, може, ще їм накатають пару років. І ще одне питання, не можу з вами сьогодні швидко розпрощатися, так, щоб уже закруглити, так би мовити, потенційність протестних настроїв в Росії. В них там курки не літають, ну вони, в принципі, не дуже, щоб літали, але тим не менше, хоч якось в Росії ніяк. Бо кажуть, морози, і тепер я тут жартую, що питання, що було перше, яйце чи курка, для росіян відповідь на нього очевидна, бо спершу зникли яйця, потім зникла курка, і все воно одночасно, в принципі, зникає, бо, може, там суцільні петухи в Російській Федерації, це ми теж не можемо виключати. А як ви думаєте, цей пазл відсутності дешевої, ну, для росіян, фактично, доступної їжі, він теж може вкластися в ту парадигму невдоволення російського плебсу? Обязательно, конечно. Ведь это же как происходит вся эта история. Ну, во-первых, уже не раз такое было. Советский Союз развалился, когда исчезло масло. Ну, в конце концов. То есть как, пока исчезло масло, он пережил. Масло исчезло в начале 80-х, в конце 70-х даже. Я помню, что потом появилось, так называемое, в Ленинграде было тогда, появилось олимпийское масло, так называемое. 1980 год, Олимпиада, из Финляндии привезли масло. Потому что до этого масла не было. Ну, то есть надо было стоять несколько часов в очередь. Вот. Но пока это только масло, все еще как бы, ну ладно, без масла типа поживем. Но к 90-м году уже, например, ну вот я жил тогда, ну, какое-то время вот там на Дальнем Востоке, в Находке не было хлеба, например. Я приехал только в Находку, говорю, а где у вас хлебный магазин? На что мне говорят, а вам зачем? Я говорю, хлеба купить. Действительно. Вы что, хлеб в хлебном магазине собрались покупать? Я такой, а что? Так, в смысле, говорит, уже несколько месяцев его не было. Шесть. Ну, вот, понимаете? Когда исчезли сигареты, и все продавали банки трехлитровые с окурками возле вокзала, продавались, можно было купить трехлитровую банку с окурками, собранными с земли. То есть надо еще пройти некоторый путь. Но как вот это складывается-то, этот путь сейчас в России? Почему именно про яйца и курицу это случилось? Вот даже уже это сами, кстати, россияне рассказывали, что когда... Сначала, вообще-то говоря, проблемы возникли с мясом куриным. Сначала. Просто об этом никто еще не узнал. Но был отдан приказ срочно увеличить поставки куриного мяса и зарезали кур несушек. Зарезали кур несушек, исчезли яйца. Вот. Ну и вот это все пошло-поехало. Вот. Так что этот процесс вполне естественный. И классический на эту тему советский анекдот говорил следующее, что у армянского радио спрашивают, что было раньше, курица или яйцо. И армянское радио отвечает, раньше все было. Раньше действительно было все, даже армянское радио. И вы знаете, я сегодня узнал страшную вещь, потому что то, что у них исчезли курицы и яйца, раньше все было. Исчезло армянское радио. Неделю назад в Армении закрыли радио, которое называется «Спутник Армения». Это было единственное российское радио в Армении, российское. Вот. Так что даже армянского радио тоже больше нет, а не только курицы и яиц. Ну, я надеюсь, что все это вызовет такой эффект домино. Почему? Видите, это приказной порядок экономики. Пока она была рыночная, все было. Но когда начинают приказывать, нет, ты мне привези дешевые, то естественно, что все исчезает, как в Беларуси такое бывает постоянно. Ну так, да, тут з чого почали, тим вони і закінчать, а ми, звісно, будемо продовжувати. Ну так, да, такі жарти не можна слухати. Ну, а Вірменія, яку Путін прокинув, теж, я думаю, від нього відвернеться по всіх статтях, але це вже тема буде нашої іншої розмови. Пане Михайле, завжди я бачу, що у вас там написано «Flowers», да, чи «Flower» на ті-шортс вашому, але мені завжди здається, що там написано «Flame», бо в нас такі запальні розмови, за що я вам... Дуже дякую. Спасибі вам. До наступної зустрічі. Дякую. За тиждень вже побачимося. На все добре. Побачимося. Михайло Шетельман, політехнолог. З ним була я традиційно щотижня, друзі, Ірина Узлова.
Нам дуже приємно, що ви нас дивитеся, ми бачимо вашу активність, яка зростає. Ви знаєте, що ми щопонеділка для вас працюємо, тож приходьте, будь ласка. І на YouTube Михайла Шедельмана ще раз попрошу вас підписатися. Там завжди так цікаво, і інтерв'ю цікаві, і програми, і його моностріми, і Шедельман-онометр. Ви заходите, бачите, що ваша підписка не даремна. І питання можете ставити, і, звісно, бонусом відповіді на них теж отримаєте. Як і коментарі свої залишайте під цим відео, я завжди теж читаю, з вами спілкуюся. Можна і хороші, і погані, на все буду відповідати. І питання свої ставте, ми теж принагідно в наступних програмах їх проговоримо. Ірина Узлова була з вами. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Переможемо!